Так, мы начинаем. Где эта хрень? Вот она. Ресет селект. С кого сегодня мы начнем? Наполеон. Доброе начало. Это стикер, это эмот. А, кошка пошла на подоконник, забей. Ладно. Кошка на солнце пошла. Значит, потом. Этот файл все отключено. Сюда, сюда. 36. Привет, Купа. R4G3, C4 по 4. Но ну-ка. У тебя все персы есть, у меня все персы есть. И даже три файла закрытых есть. Здравствуй, Борка-сморка. О, господи, убейся. Таблетки пока точно не хочу есть. О, идите в костры, правильно. Верное решение. Держится он. Наполеон, Наполеон. По-моему, уже Наполеона было один или два. А, еще был Т Наполеон, точно один. Или даже было Т Наполеона уже два. Наполеон тоже тут что-то гость стал часто на этом стриме. На этом стрике. Бомба, найс. Примерно знаю, где это, да, наверное, здесь. Не здесь. Летите. А, не успели. Не успели отравиться. Привет, Скалон. Я хочу на босса еще на заряд сделать. Тара на босса голову поюзаю. Деньги. Деньги. Бам! Уф! Оба закончились. Ну, если там ХП есть синее, то я, наверное, это завоежу эту плаценту. Но только если там ХП есть синее. Только в этом случае. Окей, ХП синее есть. Тогда давайте. Трасса бабок леса. Ну, кошка вернулась. Надо ж. Привет, Ларио. До входа в Керсу. Это правда. Но хули я там в этой Керсе найду? Очевидно, ничего. Привет, Акварель. Войд. Тирит. Тирит класс. Ох, бля. Ох, бля, тут еще костров красных много. Страшно. Страшно. Не надо. У меня все еще не закончились подписки. Привет, Дихон. Спасибо за 6 месяцев. Здравствуйте.
Короче, свечка была черная. Жить теперь Blind и Lost 3 этажа подряд. Я все еще с этого кайфую изменения. Господи, Килберн. Или кто это сделал? Дай бог вам здоровья. Сколько я терял лицо на этих ебаных шипах на входе? Просто... миллион раз. Но never again. Тут теперь защита от фьючера есть. Просто идеально. А, плохо. Okay. Это было плохо. Это можно было даже заводить, наверное. Ладно, может, что-нибудь на боссе заводим. Нам рот зашили. Ика. Привет, Сидиус. Аккуратно. Наверное. Хотя... я бы здесь все бы взорвал. Давайте маленько побегаем от ноги. Чуть-чуть. Да ты можешь не ебало мне взорвать, а секретку здесь? Ау! Страшно. Господи, зря я эту хуйню затеял, по-моему. Ой, зря я это затеял. Плохая была идея. Дилей охуенный просто. Там правда нет секрета? Подожди, what the fuck? А где? А где? Здесь что ли? Я уже не успел? Успел. Yes, okay. Пусти фарм ногой. Ебануться просто. Бутер, наверное, все. Теперь, наверное, все. Ух, мы выжили. Это было страшно. И это было... это Void. Void это... Диплопия. Так, ну мы точно идем тогда, получается, на сделку зайдем. Привет, Зет. Кошка, по-моему, уже просто чилит. Никуда уже не наблюдает. Здравствуй, уже потребитель. Держи. Понял. А, в это, возможно, завой... ай, какая хуйня. Но, наверное, я могу тогда просто сделку не лочить. Давайте так нас сделаем. Просто не будем войдить. Не будем лочить, господи, все. У меня уже мозг плывет сегодня. С первого же рана. Забираем войд. Завойдим. Блот-клот. Если два мануала заводит, возможно, будет два мануала, я честно без понятия. Не знаю, я не тестил каждый айтем в игре. Книга зовет, да нахуй она нужна. Блин, естественно. Ну, плюс теры такие.
Это плюс 1-2, это нехерово такой тирает. Неплохой такой буст. Даже, по-моему, больше молока. Получается. Там, по-моему, плюс 1. Типец, все еще, по-моему, не очень много. Где я промахиваюсь много. Ты это взорву. Мех. Меченые камни, меченые камни, вроде не видать. Еще мимба иглы. Ну, за получение урона получаешь тирейд. Причем, чем больше получаешь по лицу в одной руме, тем больше тирейд. Так что... удобно. Хотя игра за кривую игру поощряет. Получаешь по лицу, получаешь... плюс DPS. Как, типа как Bloodlust, только там на этаж, тут на одну руму. Отстань от меня. Ключи нужны. Ключ. Блин, штаны нынче водить неохота, потому что они и так прикольные. А если еще будет рок-ботом вдруг. И это же будет охуеть какой буст. И это же будет просто жесть. Собрать. Куда без спинов? Никуда, естественно. Рисунок. Ты что, уже доиграл, что ли? Что, уже игру прошел? Кошка. Ты, говорят, зависла. Развисла? Снова зависла. Ладно. Потом отойдет. У нее это бывает. Вьетнамские флешбеки опять. Привет, Мордор. Так, у меня есть один ключ. Опять-то секретка, да вы троллите. Вообще, ну хотя нет, даже если у меня будет халсап. Вообще, если будет халсап, то возможно я попробую с акрумом пофармить. Только не хуже терять синий хп. Тут есть синий хп? Нету. Типа, блядь, такое, если я терять 2 синих хп, да ради нихуя, в теории. Вот такая себе стратегия, посмотрим. Здесь. Ничего больше нет. Господи, оно же убивает. Да, я забыл. Мем. Я вспомнил. Трусы убивают киперов. Это ж просто мем. Точно. Точняк.
Надо этим пользоваться активно. Тут еще какашка есть, да? Радужная на фул хп. Трусы не прокнули, сука. Она, видимо, рано, да, нажал атаку. Блядские трусы. Так, фаунтон, наверное, хорошие новости. Он что-нибудь даст приятное? Он даст что-то охуительно приятное. Бомбы невероятные, клевые. Неудобно. Можно по диагонали стрелять, но неудобно. Все, кошка вообще ушла. Слушай, что с тобой сегодня, кошка? Ладно. Как-то, блядь, тут ебать неудобно, пиздец. Как же этот уебан красный душ, это просто пиздец. Нахуй все завыжу. Мне не дали тиры, да? Мне нихуя не дали. Она говно. Дэмэш, наверное, дали, да. Мне нужен был тирейд. Подкосы. Хотя мне дали на тирейд, но его дали мало. Мне типа 2.63 тирейд с косами, потому что мне, наверное, кто-то дали тирейд. Немножко, но дали. Просто меньше, чем хотелось бы. Это тоже водится. Это нынче не дает хп со слез. Карта интересная, возможно. Более-менее интересная. Так, мы выйдем. Поцелуй. Пошли, брат. Пам-пам-пам. Господи, шот спит удача. Камон. Вот я знаю, ты можешь лучше. Какой шот спит удача? Петфон. А, ну охуенно. Естественно. Естественно. Тебя взорву. Привет, Плотникова. Рыба трусы, это ж хуйня. Эти же дебилы будут, типа... в стороны бегать, я там буду ебало терять. Я не хочу на это рассчитывать. Это такая себе, по-моему, хуйня. Я терпеть не буду этот конфликт эффект. Он очень неудобный. Там скорее на полароиде можно, конечно, было бы орудовать. Где-нибудь в лейтгейме. Ну, такое себе. Так, 4 хп, там еще хп валяется. Там хп подбирается, нет? Подбирается. Это хп, это хп. Ну, в целом тоже подбирается, наверное. Найстерый.
Тирза, вот так бы сразу. Так бы сразу. Дай хп. Это не хп. Угу. Забрали. Какая карта была, а импресс была. Импрессом сделки воруются, но тут пока вообще не поймешь, мы, может быть, еще будем на англах, возможно. Дерим просто можно мальчика фармить с тем же успехом. Тоже на вариант. Здравствуй, Гимендор. Спасибо за 7 месяцев. Еще и уровень 3. Здравствуйте. Так, мальчик попался вроде не самый конченый. Здравствуй, Яноволк. Слушай, а магас реально будет не в этой стороне? А, босс будет не в этой стороне. Даже так. Это будет настолько смешной этаж. Ладно. Так, а там ключ, полагаю... А, просто его оставил? Окей, ладно. Оставил его чилить, господи, ебучие гусеницы, ненавижу. Кошка просто ушла. Потом, возможно, покажет. Moving box. Ладно, куплю за 7, так уж и быть. Так уж и быть, куплю. Да и бомбу куплю. Так, что я там еще оставил? А, бомба, сундук. Тык. Кстати, можно было бомбу не тратить, лол. Я ж купил лестницу. Ладно. Окей. Карта. Ух. Взорвать. Главное, я сам это понял. Почти что даже вовремя. Остальное плевать. Карта у меня уже есть, по-моему, нормально. Меня импресс устраивает. Это серый. А, в костер все вхуярил. Это была хорошая идея. Блять, а почему должен спектрал? Это ж не спектрал, эта хуйня не дает спектрал. Трусы копье. Ну, опять же, похуй. Опять же, похуй абсолютно. Мили-атака с конфьюзом, это минус все мое ебало. Не хочу. The sun. The sun. This... Кайф. Люблю такие секретки. Окей. Что дальше? Кипер убить — это правда. Кипер убить можно. А в смысле? Или я далеко стоял? А, окей. Да, там еще были автоматы, да, по-моему. Там один автомат остался. Я его забыл. Ладно. Можно было пофармить побольше.
Я вроде в магазине, по-моему, ничего интересного не видел, да, по-моему. Или там вообще был грид. Не помню. Не помню уже. Там еще две тычки есть. Привет, Биба. Не ломается. Три, ну уже пух. Уже не пойду обратно. 15 есть, 15 хватает. Даже было еще, нет, еще была тычка, блядь. Там еще тычки, блядь, в пизду. Не хочу. Нормально, и так хватит. И так хватает. ХП забрать. О! Брать. Это точно брать. Это мне нужно наверняка. Вот уже почти тирскап, да? Ну, вот уже нормально тирует. The Empress. Была бы там душа лилит за камнем, это был бы другой разговор. И это был бы совсем другой разговор. Но там не было души лилит. Потом плевать. Добьем. Я пинов не делал. Пины конфузом спалились. Удобно. Пень. Я даже это водить не буду, мне похуй. Не хочу это водить. Привет, вязый. Кринжойн, да? У меня одна часть кринжойна всего. Вернее, у меня ноль частей кринжойна. У меня уже денег даже на это говно нет. Я опять трусы не прокнул, сука. Я троллю. Войд. О, тирейт дэмэдж. Красиво. Это красиво. Стоит анлог это в основном сейве после апа лопаты? Думаю, наверное, стоит. Теперь Эйвас не бесполезен. В обычном ране. Наверное, стоит. Блять, все, вот обосрался. Привет, Мамби. Берсет Аполло делает. По-моему, возвращает айтемы, которые ты всосал при юзе Войда. Или шанс на возвращение айтема на землю. Хоть какая-то странная хуйня. Какой-то странный прикол. Не помню точно механику. Там, по-моему, где не может быть, а нет, может быть. И это все.
И это все? Что-то мало. Ну ладно, все так все. Продолжим. Фанку и фарм. Где фарм? Пока не вижу фарма. Бусараш не успели. Я фарм. Мы фарм. Черепская стомбл. Это правда. Он там правда был. Вам это не показалось. На сделку шанс побольше сделаю. Вроде батарейки тут не особо нужны. Ого. Это хорошая находка. Диплопия, я сделку не лочил. Я бесплатно забрал монстр мануал и глаза пульта. Да ёбаный ты урод, господи, сдохни. Там никто не умер. Ну, троллите. Так, ну что это, опять ранг, где я беру полароид и негатив, что ли? Тот самый ран. Это, видимо, тот самый ран. И то есть мне реально нужна фулл карта, да? То есть нам правда нужен этот череп с крестиком, который так любит чат смотреть. Ну, давайте-то его возьмем. О! Ты тоже пригодишься. Я пытался. Где айтем рума? А вот она. Не, ну доберется. Это слишком полезно. Come on. Троллишь. Киперов. А нахуй, подожди, нахуй это фармы. Господи, я перепутал Войд с Абисом. Нахера мне Войдит мистер Ми. Блин, уже поздновато для Войда мистер Ми. А тем более, он же вообще не будет работать. Наверное. Вернее, он будет в Войде, только будет работать на сделку, наверное. Там, где не будет пьедесталов. Короче, нахуй. Кто такой Потов? Киперов Грида, я не помню. Я не помню, кого мы видели, не видели. Poets of the Fall у меня такой есть. Таких стилей не помню даже. Я сейчас, в принципе, мало в Spotify захожу в новинки. Так что нет, не видела.
Ну, звучит знакомо. Так, берем тебя сначала. Ты норм. А тут можно? Тут вроде можно, да, бить два ангела сразу, да? Господи. Ёбаный R плюс, я теперь ни в чем не уверен сразу. Типа, чё в R плюс, чё в ваниле? Ух, красыш. И теперь это благо вроде одинаково, ладно. Теперь вроде там и там можно двух бить сразу. Привет, Юми. Войд. А, это было, видимо, из этого, да? Это было из этого. Из-за иглы был такой тирет большой, окей. Привет, простушка. Так. Чё там было? Ты был. Тут полароид будет. И там черевод еще есть. Я полароид не вижу. Да-ка. Кайф. Там был автомат. Где был автомат? Тут было ХП, тут был импресс с вопросиком. Наверное, я уже спейсы оставлю. Ладно, вам уже плевать, что выбрать. Плюс-минус плевать абсолютно. Ударяемся. The chariot. Вон. Две за две. Думаю, это была самая честная сделка в истории всех сделок человечества. Две за две. Ладно, пошли отсюда. Это можно забрать, по идее. Я уже не пойду обратно. Может, что потом пригодится где-нибудь. А! Блять, ладно, я забыл про 5. Ладно, я забыл про 5 руму. Слава богу, я взял сначала полароид. Вот потому надо брать сюда полароид. Сначала. Просто мозг отключается, на автопилоте иду. Как обычно. Видимо, тут даже мне уже неохота фармить. В таком ране. Ладно, там большая рума, если я ее пойду зафармлю спейцами. Такое все же я без фарма не оставлю. Отдайте. Я не знаю, куда это. Здесь что-то будет налево. Похоже на налево. Очень сильно похоже на налево. Опять, по-моему, трусы не прокнул. О, кошка вернулась. Даже не увидел. Кошек. Кошка терпит. Даже не быкует. Ох, ебать. Тонировка фиолетовая. Опять это мерзкая. Терпеть не могу Darkness на Джудасе. На Dark Джудасе. С хомингом. Когда этот глаз или хоминг.
с этим Даркнессом. Такая подсветка страшная. По-моему, с ней еще хуже, чем когда ее нет. Я еще меньше вижу, чем в среднем. Или кажется. Ну, может, кажется. Да я забыл, я просто пошел, типа, на автомате. Ну, дальше пошел. Я забыл про Фагетминал. Да и пох, господи. Меньше времени просрем от рана. По сути. Все, рано уже давно закончен. Ой. Будет красивый. Это тоже водится. Статы, у меня трусы. Трусы, короче, при заходе в руму, когда жмешь атаку, дают большой буст на пару секунд. По тирейту и по дэмэджу. Тут потому очень красиво бы зашел в рок-ботом, но мы его не нашли, к сожалению. К сожалению, мы его не нашли. Как же он секретки ищет? Тут у меня уже гонка в пенисе. Че, пока можем не искать. Эх. Нигде нету. Уйди. Смерть последнюю. Команда Рип. Ну там будет не последняя, будет смерть Эдена. Там был Телос, но Телос я не делаю. Я не буду команду делать. Пока Пиби не сделаю, не будет клипов на Лоста. Если я вообще сделаю. Если я вообще буду его делать, чего просто, на самом деле. Тут, короче, много если. По поводу Телоста еще очень много если. Я опять трусы просрал, ну ёпта. Подеваться? Да, по-моему, Эден веселее играет. И даже лучше смотрит, по-моему, чем Телос. Ну, может быть, Телоса смотрит больше. Сильно больше. Даже если хуёво играть, его сильно больше смотрит. Ну, мне намного веселее играть Эдена, чем Телоса. Там больше разнообразия. Сильно больше, чем на Телосте. На Телосте очень раны однообразные. Там типа просто проебываешь мантию и ссышься 5 этажей подряд. Либо за 2 этажа находишь миллион хуликард, часы, билд и просто проскальзываешь весь ран. Вообще без напряжения. Типа очень специфичный геймплей на Телосте. Билды на Телосте не веселые, а просто, по-моему, тоже абсолютно одинаковые в основном. Там ты редко соберешь какую-нибудь прям дичь, потому что там многие айтемы просто не берутся. Все же типа делать взрывы и прочую хуйню. Типа ты никогда в жизни эпикак не будешь брать на Телосте. Который я беру на Эдене довольно часто. Фруткейк даже я вряд ли буду брать на Телосте. Потому что опять же это чудовищный риск. Просто обоссать мантию. Привет, Кузя. Чемпионский мегамон Артас я трахнул, хотя у меня 2 карты в кармане лежало. Ну да, там такие приколы могут быть. На мегамо бомбы нужны. В основном. Там, по-моему, 2-3 бомбы, по-моему, он заканчивается. Давай. 4, 5. Ладно. 5 так 5. Красивые косы. Симпотные.
Опять трусы не пробуем, господи. Трусы пробуем. Ладно. 36. Жалко, что лагает. Это как исправить? Пфф, не знаю. По-моему, там особо ничего не исправишь. У вас либо что-то с компом, либо очень слабый комп. Там в Стиме, по-моему, были какие-то это гайды, как типа, по-моему, графику можно понизить. Я не думаю, что она прям очень сильно влияет. Типа, можно много всяких эффектов отключить, но я сейчас уже не буду это искать, я не помню, где это находил. Мне это никогда не было нужно. Так лагать может, но если у тебя видеокарта, которой 15 лет, бабок лес, например, то очень даже запросто может лагать. Ты удивишься, какие у людей могут быть сейчас компы в 22-м году. Особенно учитывая цены на железо сейчас. Что даже Айзек может лагать. Не усердно, ты 3090 Ti Super. Правильно. Так, мы продолжим. Кто пойдет следом? Лилит. Опять сидит где-то около. Опять там был рядом The Lost. Я видел. Я за ним прям смотрю каждый раз. Отслеживаю его. Доллар... Ну, типа, даже доллар это не влияет, потому что, типа, ну, даже до событий, типа, там цены были конские на видеокарты все равно. Они все равно были высокие. Ну, типа, сейчас моя 2060 стоит, по-моему, 50 тысяч, по-моему, или 55 тысяч. Когда я ее покупал на старте продаж за 27, по-моему. Или 20... По-моему, 27 покупал, 2060. Так что, чё толк? Просто были цены совсем ёбнуты, когда, типа, доллар был по 100 с хером. Стоял. Сейчас, да. Сейчас цены, типа, упали. На, типа, до февральски, наверное. Но цены все еще совсем конченые. Просто они типа стали чуть более приемлемыми. Но все еще не очень. Привет, Мажелин. HSTT AEV7. Слушай, у вас такие цены, Skylon? Серьезно? У нас, по-моему, таких цен что-то не видал. Ну-ка, подожди. Ну-ка, подожди. РТХ 3060. Да, полагаю, чуть лучше, чем 2060, да? А, не, реально 65 стоит. 61 есть цена. То есть они сейчас одинаково, что ли, стоят? Ну-ка, 2060. А, нет, 2060 супер стоит, 62, 2060 обычно стоит, 51. Ну, короче, понятно. Короче, они обе должны стоить 30. Привет, Газ. А Рамбл за Аполеон. Карта мемная. 3 копейки на пункте. Не хочу автомат взорвать.
Придется. Тут придется. А, тут нет автомата, тут ресток, подожди. Я что-то понял. Тут нет автомата. Давайте подождем босса, может там поджимбой будет. Маловероятно, но вдруг. Не будет поджимбоя. Вообще еще можно найти секретку, вот что я подумал. Секретка, может. А. Секретка неправильная. Ладно. Берем листик. Не, листик я брать не буду. Да, ну тем более на Телиле брать листик. Что-то стыд. Боже! Догоняют. Забавная рума. Чё так много? Нет. А хотя почему нет? Это тут типа вообще не мешает никак, правильно? Тут вечно тэпшут. Это никак не помешает. И тут же не использую, главное, этот, ладно. Пока бомба лишняя есть, можно тратить. Экономия времени. Правильно, правильно. Троллят, я экономлю время. Встаньте. Все равно бомбы безлимитные. При желании. Опять красиво встал. Мое. Не хочу это обходить. Так. Это ресток. Что, правда, что ли? Два подряд. Чё так много? Так, нормально. Так. Раму даже можем напаролить. Тарейки. Тебя возьму. Павучок. Все разные. Не, пока я не хочу это есть. Тау! Это рискованно. Скелетроны, на все-таки деньги я лучше возьму. Так, ну это опять похоже сильно прям на ангелов. Прям сильно похоже на ангелов.
Ну-ка. Темнота. Теперь батарейка. Пин. Плохой пин. Очень плохой пин. Так, а что у меня секрет? А, секрет у меня был Ансус, да? Ансус. У меня нет маркинга. Там сейчас был Пакт и Абадон. Там сейчас не было ничего. А там был спидап, там была такая таблетка. Я спиддауна боялся. Или тирсдауна. Это было бы очень больно. Ну ладно. О! World. А вот и снова Ансус, считай, нафармили. Бри. Тут. Так, а что по времени? Еще время до хералки. Гонка вроде в 7 места. Надо, короче, успеть закончить стрим. И потом запустить вечером. Там, кстати, гонка передо мной, но я ее не буду кассет кучить. Это точно исключено. Может, ее будет Мажлин кастить? Уже не знаю. Там подрывен пингвин. Если я дрон проигрываю, то я буду в шоке. На стрим сегодня вечером. Уже бежим. Спотыкаемся. Пингвин сильный, пингвин. Пингвин. Пингвин что-то может выдать. Внезапно. Там как классы, знаете, типа. Адрион будет сильный, а пингвин будет каким-нибудь магом. Пингвин какой-нибудь магией может выиграть. Внезапный. Но очень мощная магия, поэтому не стоит его недооценивать. Но вообще Адрен, по идее, должен выигрывать. По логике. Там это... Французская... Вот такая магия у пингвина прокает часто. Он высирает из ниоткуда постоянно это, вот эти кирки. Просто постоянно. Так что вот. Вот такое он выдать может. В этом я не сомневаюсь. Привет, Пыркин. Да, тут тянет реально. Поэтому говорю, не стоит его недооценивать. Плохая идея. Но шансы у Адриона, скажем, прямо сильно больше. Paralysis. Там Адрион, по идее, вроде выигрывает пенис в этом сезоне. Там весь сидит фикс сделки, а не в сезоне. Это во всем сериде. Ну, во всех сидит гонках. Мультиплеерных. Потому что так Земель видит идею Сидида, что типа, чтобы сделки были всегда одинаковые, и при этом там все равно типа может быть Крампус, а может быть не Крампус. Короче, забей. Земель пытается сделать Сидидом, и у него ничего не получается. До сих пор. Вряд ли уже получится. Я говорил, просто верни сделки Автобрус Плюс. И это решило бы все проблемы. Или почти все. Типа, зачем это дрочь? Типа, мы убрали уходы на Ангела, но зато мы сделали так, что у челика прокает Крампус, а у второго прокает нормальная сделка. И кто-нибудь получает какой-нибудь бримкол на 3 этажа, типа, раньше, чем другой челик. Ну классно. Ну, пофиксил.
Найс. Что было в Автоверс со сделками? В Автоверс было... Там, короче, если ты не лочил ангела, у тебя был шанс 50 на 50. То есть ты зашел на сделку, там нечего брать, или ты ничего не стал брать за это... за ХП. То у тебя потом был 50 на 50 шанс. Либо ангел, либо дьявол. А сейчас ты, если ничего не берешь, у тебя ангел гарантированный. Опять же, в ванили. В R+, нет, в R+, теперь у нас теперь либо ангелы, либо дьяволы навестит. То есть там при старте рана у тебя всегда либо дьявол, либо ангел. То есть ты не можешь никак уйти на ангела, либо на дьявола. Если ты уже в сиде, типа, вшит. Либо ангел, либо дьявол. Только дуалити, наверное, может быть. Ну, через дуалити, наверное, можно, полагаю. Я дуалити гонки, по-моему, еще вообще не видел. В новом сиде. Или может там дуалити вообще нет. Может Земель дуалити вырезал. Я и в этом не удивлюсь. Короче, ебанатство. Но опять же, учитывая, что там гоняется 3-5 коллег, какая нахер разница? Как это бегается, значит бегается. Значит жить можно. А, кошка-то съехала, господи. Кошка, ты куда? Ты близко уселась. Привет, Рейвен. Спасибо за удачные раны. Это блайнд. Прискорбно. Ладно, благо один хер ангелы, на ангелах ничего, по-моему, плохого нет. По-моему, там еще плохое, только там опции могут быть, разве что. Можно сделать неверный выбор. Как же Васкулит и хорошо будет. Васкулит жесткий. Блин! Я не увидел, да. Я не понял, что-то сюда полетело. Не распознал. Так, мы походу автомат будем чинить. Что-то мне подсказывает в этом ране. Это очень даже может получиться. Там была другая спиддап, я так и знал. Говно будет теперь. Там была оранжево-желтая спиддап. Вырубать? Не. Кринж. Не, мне внешне они не очень нравятся. Противно выглядят. О, как. А как это работает, типа... А как это работает? Никак, да? Типа так работает. Короче, бесполезно, по-моему, да? Он не стреляет автоматом, в том-то и дело. Он не стреляет автоматом. Ничего подобного. Где? Я жму кнопку, где? Где оно автоматом стреляет? Я жму кнопку. А во врагов стреляет? Где? А, да, стреляет, ладно. Ладно. Ну один хер этот, по-моему, хуй такой. Хлыстать проще. Хлыстать удобнее намного. Встань за автомат. Господи, встань нормально. Ну-ка. Я не знаю. Вдруг пригодится. Может пригодиться. Пока не знаю как, но возможно пригодится. Полароид буду пробовать.
Пусть будет. Можно в персон за плохо походить. Алло, только. Тоже хорошо. Шрифкер с Ромом. Что там дает веселого? Это взять. Костры, да. Костры забыл, но похуй. Снова шифу ХП. О, реально ХП. Хуже, я вот пока не понял. Пока не понял. Но, возможно, стало хуже, реально. Найс. А, тут, правда, блайнд. А, окей. Берсерк, блайнд. Берсерк, в принципе, это quality, красный айтем. Причем, подожди, берсерк с чок-молоком, да, будет? Еще смешнее. Звучит еще смешнее. В челлендж не зашел. Это правда. Там, правда, блайнд. Там будет что-то хорошее. Фига его растягивает. Будет. Так, еще берсерк будет. А, берсерк. А-ха-ха, бля, какая хуйня. Понял. Берсерк параша невероятная на табит. Я думал, что все-таки у меня будет берсерк это нормальный. Без этого, без гела. Тогда проехали. Тогда странно, наверное, это будет работать. Это бойс. Я знаю про Rogue X, я не буду в это играть. Я в игры не играю на этом канале. Я тут играю в игры раз в 100 лет. И типа я не играю в то, что типа занимает миллион часов, тем более. Я вам типа сейчас начну Elden Ring, мне кажется, мне на пару стримов хватит, я вот не буду играть дальше. Я вам типа аудитория тоже типа это... Рогалик, ну, даже условный там Risk of Rain смотрят в разы меньше, чем Айзека. Поэтому тоже типа такое. Это не всегда работает. Risk of Rain хрень? Да не хрень, но просто говорю, ну, типа что... Не все так заходит. Аудитория прям Айзека. Что говорю, Айзек это очень специфичный рогалик все же. Как по мне. Это прям специфичная дрянь. Рогалики хрень. Это правда. Нужно только форму скринить. Жуков тут. Если тебе понравился Elden Ring, будем делать стрики НГ+. Будет не столько времени не будет. Потому очень долго на такое не фармить. Звучит больно. Хорошо бахнуло. Как купить? Через киви. По-моему, через киви. Автомат я чинил, да. Автомат уже поломался.
бомба, да меня заебало. У меня бомб много, мне время тратить не хочу. Это так пиздец медленно. Я терпеть не могу. Медленный плей, если можно сделать быстрее. Не ебать мозги. А, киви уже все уже. Ну вроде говорили, что типа киви было. Я не фанат. Я типа ничего не покупаю на стриме, поэтому не слежу. Просто вроде говорили, что типа киви раньше было. Ну, теперь, наверное, никак. А через казахский киви вообще. Извращенские схемы. Ну, видимо, только так, наверное, теперь. Теперь только извращаться. Как он можно это, он... Spotify он через крипту можно делать. Так и здесь, видимо. Надо привыкать к новой реальности, так что, видимо, да. Надо обзаводиться способами. Это маппинг. Это компас. Это вторая часть Гапи. What? Я не жму активку, я мудак. Я забыл про активку, тут нажму. Чтобы не пропадало. Да, блять. Приставка на Гапи. Зачем столько знаков вопроса? Библия с собой берется. А, я почти успел на бустраж. А, я не магаз, не, я этого рума не видел, окей. Опять смешной лейаут. Магаз. А ты кто? Выгодно. Little Baggy, спасибо, не надо. Фортуна говно. Хэндмен тоже говно. Little Baggy тоже говно. То брать не буду. Так, стоп, а где я там рума? Ебать, она реально ебанутый этаж. Она от старта будет в другую сторону. По бесту не скучаю абсолютно. Нет. По-моему, не самая цель интересная. У беста тоже нужен был перерыв. Фу, карта получается не нужна уже. Получается нет. 69 монет, LOL. Пальт этажам. Нет, кстати, на мать веселее бегать, но опять же. Каждый ран на мать делать тоже было бы дико уныло. Типа нужно разнообразие.
чтобы цели менялись хоть как-то. Я вернил бис, сказал, все посид, только вернись. Эвернил что? Привет, Мэтт, привет, Лефрус. Что ты несешь, Финдер? А, сделки нет. А, звонил, господи. А, это З, я на букву Э увидел. Но это минус 20 диоптрий. Не серчайте. ТЛЦ по языку, его вроде больше не будет. Обещали больше не делать. Как и обещали, что Автоберс Плюс будет DLC последним в истории Айзека. Так и здесь пообещали, что больше не будет. Но тут я уже верю, наверное. Там просто из-за антиберса DLC появилось. Не было бы антиберса, не было бы никакого DLC, очевидно. С вероятностью почти 100% не было бы ничего. Для скиллберда. Revelation, мне кажется, нахуй никому не нужен. О нем даже никто типа толком не говорит. Типа не Killburn, нет, ну вообще никак не говорят про Revelation, по-моему. Мне кажется, ни на что это не повлияет. Типа, кроме антиберса, никто шума не навел из модов. Ни один мод так не хайпанул, как антиберс, даже рядом. Так что все это хуйня на костном масле. Красивый чарм. Очень красивый чарм. Он сам себя, по-моему, скушал. Это было приятно. Найс скидка. Ту-ту-тум. Блин, билда вообще нет. Вот похуй абсолютно на этой билде. Конечно, мощная. Revelation, я не знаю, что это. Revelation это какой-то просто мод. По типу антиберса. Тоже очень старый. Давно делали. Ну опять же. Эдмунду нахуй. Уже нет смысла, типа, то-то так мозги ебать. Проще карточки делать раз в год и на них он деньги поднимать. Чем делать еще одну Айзека, еще одну DLC тем более. Там же вроде Айзек 2 босса будут через лет 20. Просто выйдет Айзек 2, и там уже деньги срубят на каких-то новых идеях, именно, может даже модах. Просто нахуя ему сейчас Айзек нужен? Ну, Кэти, господи, Four Souls или карточки. Сейчас у него какой-то мерч, по-моему, уже пошел с тем. Теперь, по-моему, какой-то мерч теперь делает. Продает тоже, так что чего переживает? Эдмунд деньги найдет, как получать. Не переживайте вы за Эдмунда. Он и без Айзека выживет. Пока что. Есть мнение. В ближайшей перспективе. Judgment. Ладно. Пофармлю, наверное. Хм. Удобно вышло, наверное. Там идея в другом. Я говорю, Эдмунду на Эзека уже похуй абсолютно. Там сейчас, возможно, будет этот. Киллбером будет что-нибудь делать, возможно. Типа, если будет DLC, то это будет, скорее всего, полностью... На Киллберне. DLC. Потому что Эдмунд уже не делает нихуя с этой игрой уже много лет. Он вообще почти никакого участия там не принимает. По-моему, с бустер пака 3, по-моему, он же ничего толком не делает. Так что нахер ему-то надо.
типа от него только Isaac 2, наверное, будет, но Isaac 2 это будет, типа, через миллион лет. То есть, если будут какие-то DLC, то это будет явно без его вообще участия, или почти без его участия. Типа, если он отдаст это Килберну, это право отдаст ему делать, типа, почти самостоятельно DLC без него. Там сейчас почти вся работа, это просто Килберн и его там ребята из его команды. Почти вообще вся. Там буквально на 90% они делают всего. И, типа, остальное там Николас. Они только за порты там в основном, по-моему, отвечают. Типа на консоли порты. Типа все, что они делают. Рефтерс. Репентанс плюс. Или даже плюс-плюс. Я не хотел это брать. Дайте где-нибудь слить хп. Может, ты бомж или автоматный хп. Сколько часов 7 наиграно? 11 тысяч с чем-то. В реверсе. Так у них фул хп и фул деньги, ну нахера мне карты говна. Блять, а полароид проебал, ну говно. Урод, блин, нахуй. Сколько надо тут хп тратить, что я такой мало синего. Блин, прощай адреналин. Но спанк ожидал хорошо, да, даже спанк сейчас было бы на грустно. Даже на тыле было бы грустно, наверное. Ладно. Господи, ебучие камни, умрите. Я там проебусь точно. Хорошая руна. Лол. Вот это попадание. А, это, кстати, был еще адреналин, да, походу? Да, это еще был адреналин. Из-за него еще был дэмэдж, ну ладно. Ладно, похуй, нажимаем. A card against humanity. Дай. Кстати, прикольно, что я получил 2 хп даже без этого. Без тринкета. Удачно. Это удачно вышло. Больше я уже не получу. О, слово, об удачно. Еще удача. Да, без стада, только через этот путь можно пройти больше никак. Привет, ФСАЯ. Раз, два, три, четыре. Ты много улетаешь. Похуй на эту инфестацию.
Зашла мне эта муха раз в одну печку. Вот это хорошо. А чего так откинуло сильно? Ладно. Нет. Блядь, не сюда. А, там типа из-за тирейта у меня это... Хлыстает раза два быстро. Пока тирейт не заканчивается. Господи, ну ебанатство. Ох, да, тут хорошо прокает. Воспулит хорошо прокает. На Энви просто сладко воспулит иметь. Идеально. Типа... Парень закончился. Спрайт этого гейта чемпиона нового. Ну, спрайт мой. Прикольный спрайт. Лень хлестать уже. Опа. Опа, эвтаназия. На-ка. Окей. Ге-ге. 37. 37? 37.